18 лет назад в Саранском зоопарке решили, что каждой твари должно быть по паре, и стали создавать звериные семьи. Верблюду привезли верблюдиху, двухлетнему леопарду Симеону, невесту по кличке Гера. Достался полосатый кавалер и тигрица Марго. Правда, не угодили. Жених оказался для нее слишком молодым. Встреча может и пока не состояться по причине малолетства, мужской половины. А Евгений Симкин в это время рассказывал, что совсем скоро наступит светлое будущее, и троллейбусы из столицы Мордовии будут доезжать аж до Рузаевки. Рузаевцы этого очень ждали. Слышала это. Год назад уже говорили об этом. Ну и как, уже рады? Конечно. А чем лучше троллейбусы, чем автобусы? Ну, автобусы мало ходят в Рузаевку часто, но в основном битком, поэтому лучше троллейбусы, я надеюсь, чаще будут ходить. И называется «Дождались». Троллейбусы перестали доезжать даже до Елги. А в 2011-м наш редактор отыскал тех, кто нашел под Саранском целый город. Мы увидели какие-то непонятные там туннели, что-то еще в этом духе, посвятили мобильным телефонам. Это видео с мобильного телефона стало первым доказательством Саранску намного больше, чем 370 лет. Во всяком случае, не надземному, а подземному. Изучать эту темную историю взялся ученый Владимир Поляков. По его мнению, древний город под Саранском – ничто иное, как столица буртасов, древнего исчезнувшего народа. Располагался крупный город. Город назывался Саван. Говорят, его ищут сейчас до сих пор. 8 лет назад Дина Мустаева рассказывала, что законодатели хотят сделать ночное вещание удобным для просмотра лежа, повернув картинку на бок. Если законодатели сойдутся во мнении, то, может быть, уже в следующем году. Привычный ночной выпуск наших новостей вы, уважаемые телезрители, будете смотреть вот так. Удобно и, как оказалось, полезно. Для того, чтобы центральная нервная система у нас отдыхала, чтобы человек был готов ко сну. На самом деле это очень хорошо. А Виктория Земскова попала в кривое зеркало, узнав, как шутят мордовские поэты и преподаватели. Я не отбрасываю тень. Мне лень. Светлана Лашина рассказывала, что 1 апреля 2014-го был снегопад, а жители Саранска отмечали День птиц, прибивая к деревьям скворечники и награждая школьников, которые их смастерили. Погода несколько нас напоминает, что зима тоже у нас бывает в России. Вот, я думаю, что это неплохо, мы должны это помнить. Но самое главное, что мы делаем очень доброе дело. То дело, которое сами себе эти пернатые пернаты не могут себе сами сделать. А ведущая Лариса Саулина перед эфиром наносила на лицо волшебный грим, способный создать на экране 3D-картинку. Зеленый цвет – требование новых технологий. Когда я в первый раз нанесла на себя зеленый грим, я, конечно, пришла в ужас абсолютнейший, потому что такое нетипичное зеленое лицо, буквально как у аватара, только у того синее было. Но когда я потом посмотрела себя в 3D-картинке, я пришла в совершеннейший восторг, потому что настолько прекрасная картинка. 5 лет назад Павел Степаненко нашел очевидцев побега крокодила. Екатерина рассказала, что накануне своими глазами видела, как беременная рептилия Аграфена сбежала из передвижного зоопарка и уплыла по течению Инсара. На вопрос, выживет ли она в нашем климате, отвечал главный крокодилолог Мордовии. В наших условиях потомство, скорее всего, не выживет. Но вот мама, если она такая закаленная, тренированная, до зимы вполне может дожить. Верите или нет, думайте сами, особенно 1 апреля. Людмила Чекал, наши новости.